Всем привет! Кто-то выбросил велосипед на свалку, решил забрать его себе и реализовать свою давнюю самоделку. Принес его в мастерскую и приступил к изготовлению. Снял с него все лишнее. Напилил нужных деталей из старой водопроводной трубы, заранее ее зачистил от краски и ржавчины, расположив детали в нужной последовательности, сразу зафиксировал их сваркой. Гироскутер приобрел на Авито с дохлым аккумулятором за 2500 рублей. От него мне понадобится только мотор-колеса и крепление к ним. Поэтому разбираю его и выбрасываю все ненужное. Контроллеры для управления мотор-колесами заказал на AliExpress по 800 рублей за каждый и ручку газа за 600 рублей. Ссылки на них оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Кстати, их стоимость может меняться, все зависит от курса доллара. Делаю пробный запуск, дабы проверить, что все работает. Кстати, кому интересно, схема подключения, нажмите на паузу и ознакомьтесь с ней. Нарисовал как смог, не художник все-таки. Все работает, теперь можно продолжать сборку. Опорные площадки для ног решил собирать из трубы 16 на 16 мм. Раму из профильной трубы 20 на 20 мм. Борта изготовил из нержавеющих уголков и высечки, которые нашел на металлоприемке. Все металлические части решил красить серой краской по ржавчине.
Когда краска высохла, приступаю к сборке электрической части, протяжке проводов, установке контроллеров. Четырехамперные аккумуляторы решил взять от 40-вольтового инструмента Greenworks, который у меня в достатке. В качестве крепежной площадки взял зарядное устройство, благо у меня их несколько. Разобрал его и припаял к нему два провода, плюс и минус, чтобы соединить с контроллером. Получился вот такой грузовой аккумуляторный велосипед. Так как участок у меня 2,1 гектара, то передвигаться, возить стройматериалы, дрова, мусор, по нему одно удовольствие и экономия времени. Что я не ожидал от него, так это грузоподъемность в 300 кг. А благодаря съемным аккумуляторам дальность хода можно увеличивать в разы, взяв с собой запасные. Примерно одного аккумулятора хватает на 10 км пути. Так что берите на заметку, аппарат получился просто супер.